Хоккее. Сегодня состоится по-настоящему удивительный матч. Впереди матч красной машины. Сборная России против сборной мира. Только сегодня, пожалуй, мы узнаем, кто же является по-настоящему самой сильной хоккейной командой планеты. Звенит в ушах лихая музыка атаки. Точнее, отдай на клюшку пас и не ударь. И все в порядке, если только на площадке великолепная пятерка и вратарь. Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим в мужество отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины. Пусть за воротами противника все чаще победной молнией пульсирует фонарь. Но если надо, защищается блестяще великолепная пятерка и вратарь. Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим в мужество отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины. Мои первые Олимпийские игры. Я помню, как сейчас. Лейк Плэсиди в тюрьме. Там разместили нас. Я играл в хоккей за великую страну. Я готов был порвать любого противника на льду. И ты должен быть сильным. Бери пример с меня. И стань легендой новой, как стал когда-то я. Мечта для хоккеиста – олимпийский пьедестал. И в этой битве победит лишь тот, кто лучшим стал. Характер закаляем для будущих побед. Мы дух командный ценим, здесь проигравших нет. Всегда быть в авангарде, не бойся проиграть. Будь лидером на старте, чтоб чемпионом стать. Не для наград и премий, а за престиж страны. Заслуги поколений приумножаем мы. И в спорте ценим с детства достоинство и честь. Когда такие люди у нас в России есть. Ничья! Нас ждет серия буллитов. Красивых матчей будет сыграно немало. И не забудем, не забудем мы, как встать в сражении золота и кубки добывала. Великолепно!